Ну вот мы в Риме. Это вход в Ватикан. О, а здесь ряды стульев, наверное, слушать речь папы. Интересно, где балкон, с которого папа выступает? Наверное, я так думаю, что вот это. Ну, папы там сегодня нет. Смотри, какие окна красивые. Ох, красивые какие. Наверное, давно идут. Где? А вот, посмотри, вон то здание. Смотри, какие окна громадные. Да. И картинка. Вот. Там, наверное, папа живут. Да, там, скорее всего, похоже, что они там живут. О, так он выглядит издалека. Помпезно. Вот, а это мы сюда сейчас хотим подняться. Если сможем. Марина? Эйкотибр. Такой у нас интересные фигурки, там такие красивые. Да, посмотрим. А вон там тоже, наверное, фигурки, смотри. А вот мы проезжали по тому мосту как раз. Вот помнишь, я тебе еще показывала вот эти вот стелы две. Мы по нему ехали. В глубине базилика Святого Петра. Оттуда мы ушли. Ее заслонила музей, заслонил Кастель Сан-Антонио. Ну, мы туда не пошли. Здесь очень красиво. Это здание, наверное, трибунала. Красиво. О, а здесь детишек катают. Очень красиво. Карусель, карусель. Там-тарам, тран-там-там. В Риме золотая осень. Это дворец правосудия. Нет, это не дворец правосудия. Это какой-то трибунал. И Сережа на фоне этого трибунала. Ну, а это наш папа на фоне фонтана. На фоне русалок. Русалок, всяких гадов. Папа, ку-ку. А вот интересная русалка. Почему-то она с хвостиком. Интересно. Вот, они, кажется, все с хвостиками. Мы находимся на пьяцца Дон.
Яца. Сейчас скажу точно, как называется. Яца на Навона. Тут некрасивое место. Это все та же площадь Навона. Кино о художниках. Этот фонтан на площади Навона заслуживает, мне кажется, чтобы обойти его. Некрасиво. Это что? Это какая-то вот пальма, просто с этой стороны. Или метелка, непонятно. Тут лев такой рыкающий. Кто такой? Свирепый. Так, а что там внутри? Я понял, что это всего лишь задний окорочок льва того свирепого, который там рыкал. И это его хвост. Теперь я понял. А вот интересный мужчина, что-то у него какая-то растительность на лице у него непонятная. То ли у него борода, то ли пейсы. Надо интересно почитать. Какой-то мегафон. Но это еще не все. Мы пойдем со всех сторон. О, тут еще и лошадь. Ой, там внутри лев. Отсюда выглядит лошадь. И все это площадь Навона. Красиво очень.